Схема троллейбусных маршрутов в Севастополе изменится. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства города и предприятие «Севэлектроавтотранс» разработали концепцию развития этого вида общественного транспорта. По словам чиновников, это позволит обеспечить полноценную реализацию прав отдельных категорий граждан на льготы и приведет к снижению стоимости проезда, а также к повышению качества перевозок. В департаменте транспорта подчеркивают, изменить схему движения троллейбусов просят сами севастопольцы. Работано порядка 110 обращений жителей города Севастополя, поступивших на сайт правительства города Севастополя, на сайт «Севэлектроавтотранса» в ходе личного приема граждан, а также в телефонном режиме. Данное решение направлено в ходе масштабной реализации департаментом транспорта перевода с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф. Три маршрута номер 1, номер 11 и 10К остаются без изменений. Несколько схем движения троллейбусов решили объединить. Маршрут номер 11А, который следует от улицы Горпищенко через 5-й километр Балаклавского шоссе до площади Ушакова, хотят объединить с маршрутом номер 2. Он идет от 5-го километра в район бухты Стрелецкой. Маршрут номер 8, 5-й километр Балаклавского шоссе, улица Маринеско, объединят с маршрутом номер 76, который следует от улицы Дыбенко до бухты Камышовой. Кроме того, предлагается сократить маршрут номер 5. Сейчас троллейбусы идут от улицы Маринеско в центр города. Согласно новой схеме, он будет следовать до улицы Токарева. Также планируется, что маршрут номер 10 теперь не будет заходить в депо. Конечная остановка будет Камышовая бухта. Работа по сбору мнений горожан продолжается. Замечания и предложения можно направлять по электронной почте и по телефонам, номера которых вы видите на экране. Окончательные результаты опроса, а также итоговая версия концепции будут опубликованы 1 октября 2018 года, обещают в правительстве города.